справа ряд уходи. За регулируемым перекрестком будешь выбирать место для разворота. Понятно, то ли мы с тобой как-то перестроились, то ли ты выровнялся. Тоже разметка такая вот, да. Интересная. Я тоже смотрел, что-то разметка не туда пошла. Здесь очень часто не сдают только из-за того, что 60 превышает скоростной режим. Обычно что трасса хорошая, все летят, и ученик у меня, да, на экзамене летит, он говорит, ну останавливай, летели. А сам, кстати, сам тоже экзамен сдаешь с учениками? Ну, конечно, я же здесь сижу так же, тут ученик, тут инспектор сзади. И... сейчас, а ты с каким-то автошколой договариваешься? Да. Так, вот смотри, вот перекресток, смена для влево ряд, да? Успокойся, а? Нам сейчас обоим по ушам дадут. Поворот не будет зачем. Ну не более 60. Движение по полосам, знаки смотри. Направление по полосе, как правильно. Зеркало. Видишь, впереди никого нет. Вот часто начинают лететь, чтобы успеть. Тут надо все размеренно сделать. Чтобы... газуй.